20 апреля 2018 года в колонном зале Герценовского университета состоялся финал конкурса «Мисс РГПУ». В финальном этапе состязания участвовали 11 девушек-победительниц отборочных туров на факультетах и институтах. В состав жюри вошли начальник управления по связям с общественностью Андрей Тумалев, телеведущая Екатерина Назаренко, популярный артист Александр Ламия, член рабочей группы по развитию социально направленных некоммерческих организаций при Министерстве экономического развития России Михаил Горемыкин, мисс РГПУ 2017 Кристина Калашникова и Ирина Цицерская, мисс Санкт-Петербург 2015. Девушкам предстояло пройти интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы. Самыми красочными во всем концерте были визитки участниц, их вокальные и танцевальные номера. В заочном туре девушки готовили и занимались спортом, за что получали определенные баллы. Следить за их успехами можно было на инстаграм-странице конкурса. Победительницей конкурса стала студентка Института психологии Александра Татур. В своей речи Александра поблагодарила тех, кто ее поддерживал, и отметила, что все участницы успели подружиться друг с другом, несмотря на то, что были соперницами. Титул вице-мисс достался Евгении Кроленко, студентке факультета математики. Конкурс «Мисс РГПУ» состоялся в этом году в шестой раз. Основатель конкурса Ксения Орлова. Организаторами выступили представители Совета обучающихся.